Шестая-восьмая пати завтра на Викре. Ну пошел бы ты нахуй, блядь, завтра. Нихуя себе, это что, не работа, блядь? Что, блядь, график еще мне будет ставить? Нахуй, твоя жопа хороша. Виктор, я говорил. Жопу не держи, блядь, вошел. Шарпи тут? Да. Давай, потанчи с Утей. Шарпи или Шарпи стул? Шарпи, я не знаю, тут или нет. Шерсть, иди танчи. Все, поехали. Путаница летит. Бежим за трэшем. Не стойте там позади. Хилы бежим и хилим. Давай, Юта, своди их кучу, что ты отвел его? Всем привет. Привет. Сука. Слушайте, ребята, на Викилик обязательно сидеть в Дискорде, просто башка болит, пиздец. Нет. Ой, Музат, ты о чем говоришь? Еще раз, я схожу в ШП на Оню 25. Что это значит? Как мне это понять? Как ШП ты хочешь сходить? Ну ладно. Шарпиступ вместо тебя похилит. А зачем? Я думаю, надо больше ДПС по Аниксе. На всяких ДЦ спекать в ШП, а ШП в хилов. Ну ладно. Фантазер. Может, не 4 хилов справится, да? Нет. Ок. Давайте на этого босса махнетесь. Ему зад ШП, шерпиступ хил. Нужно хорошенько захиливать людей. В второй фазе. Чек на пул. Гарема каски, кулипал, кулаки, кресты. У тебя на больших, шарпи на бусе и на маленьких. Чек на пул. И что два пала, блядь, сказали хулипалу, кулаки, МП, в чем проблема? Хулипал, бафни кулачок, пожалуйста, хантам. Давай, шарпи, пуляй, на пулы, на АДК. Thank you.
убивайте Геру. Но они все падают. Добили квадрат. Шаман это темп трепета. Давайте второй эфир не кидайте, эфир там. А кто кинул до этого сам первый? Я кинул, включи голову. Джованни, давай эфир по шарку. Там тотем есть, надо ничего. Ну вот, видишь, он поворачивается. Ничего страшного. Там все тотемы срабатывают от 0 до 3 секунд. Так, может быть... На крафт везет. Ставим портал Долоран. Летим в ИК. Что, у тебя не взят квест или что? Thank you.
Шерпистул в ШП. Потому уже спекнулись все. Ой, ну зад тоже в ШП остаешься. Электрошам. Так. Кто больше даст, император или электрошам в Элиме? Император. Электрошам, ты тут? Да. Ты в хиле оставайся. 4 хила у вас с 5-й пати. Значит, бычий голову опять так же в ДЦ. Да. Сорян. А что, у тебя спек ШП есть? Нет. Ты меня тут это просили в холле, но мне так... Ты в чём хочешь, главное, рейд захиливать. Ты кому смог? Может быть, там на груля магика? Маша тоже в Саут успех, учится там, 3 хила нормально будут. Танки, вам нужен третий танк или вы вдвоем справитесь? Ну нет. Да справится они, конечно, это же обычка. Не, Шарпистол, у меня ДЦ не так хорош. Потому что ДЦшнику нужно набрать кап хосты, чтобы ДКД была одна сила. А у меня ее не очень надо. Конечно, с 2Т5 будет все по-новому, но пока так. Не, ой, ну зад. Даже ДЦшнику с 2Т5 нужно с какую-то часть хосты набрать. Потому что там уменьшает на 1 секунду. А так, ГКД, по-моему, 1.5 секунды. То бишь чуть-чуть, но нужно набрать в любом случае. А у тебя нет 4Т10 под ДЦ? В смысле нет 4Т10 ДЦ? Ну просто сейчас в пике ДЦ 4Т4. Ну, да, 4Т4 мы... Понял, понял. Просто я думал, у тебя и под один спек 4Т4, а под другой 4Т10. 4Т10 сильно, а 2Т10 полное говно, поэтому... Какого? Я очень рад, что ты это спрашиваешь только сейчас. Ну, симпровизируй. Делаешь? Размораживает. Стой, остановись, остановись. Он это думает. Я делаю все правильно. Вы можете быть спокойны.
будет ледяной рёв! Сражайтесь или погибнете, герои! Сейчас великий чернокнижник Вильфред Гиппопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Если какая-то из вещей нужна будет людям, у которых вещи хуже, скажите мне. Я не кидал все ненужные шмотки на роут. Смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к отведению! Лорд Джарахов, блядь. Мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Перед вами Джараксус! Эретанский повелитель пылающего легиона! Играть с темной магией.
счастью, вы победили демона. И теперь вас ждет новый противник. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Гарема, у тебя есть танк? Хорошо. Да будет так! Сражайтесь с честью! Сражайтесь во славу Альянса, герои! Во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем! Сарду! Шарпи квадрат. Я треугольник. Всем привет. Привет. У тебя ромбик. Луну Виби контролит. Первого убиваем. Лока, звезда. Второго ханта кружок. Третьего череп ретрик. Ретрика контрольте хорошенько. Это милик. Еще крест контрольте Иршама. Хилит хорошенько этих мобов. Чек на пул. Два ДК в рейде есть. Шарпи притянешь в центр. У нас что сегодня по РТ? Зайди в календарь в игре и посмотри, или в Дискорд. Я просто не силен в сленгах, что за веб-клик? Охота на чудовищ квест. Печеньку убейте, грипните печеньку и печеньку убейте, алё. Или печеньку в следующую? Да. Фото снимайте. Хота. Next, кто у нас? Крис. Крест. Давайте, Крис. Через контрольте только. Ну вот, ну отойди от этого квадрата, блин. А чё? Ты не мешай. После шамана кого? Череп.
Беги, малышка, беги! После черепа. Ваня, снимай. Всем привет. 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 Классно, Виклик уже фул. Да. Да. Шарпи, а можешь еще нежнее сказать? Давай в отдельный канал перейдем, я тебе там все скажу. Мага убивайте, в той же куче. И Тарасы где. Так. Кто следующий? Все. Гоу, ромбик. Вы их свели вообще в одну точку? Залили бы. Сюда. Сегодняшних потерь мы стали слабее, лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Баф там обновляйте. Мне нужна цель. Во имя темного повелителя, во имя короля Лича, вы умрете. Путя, ты должен второго держать. Чего? Первый берем. Бьем без метки. Путь, уведи своего близня. Да она нормально стоит, что ты еще будет. Сейчас вот будет каст, и придется людям менять свет. Они будут бежать через весь зал. Вот. Убиваем квадрат. А
да я думал, хватит ДПС и хара. Все нормально. Не переживай. Боешка. Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов. Тринька на танка нужна кому-то? Вот этот скоробей. У тебя есть такая? Да, есть. Ты попал... Схема бы взял. Тебе отдаю, да? Запустите босса. Уже. Ты что, уснул там? Шаман, да? Какой шаман это кинул? Что случилось? Чё, тебе весело, да? Весело, да, тебе? 10 тысяч кп. Забафайте, Вайда. Кинь твим, давайте обратно, чё. Это место станет вашей могилой. Ну и ты скажешь, что адекватно поступил сейчас? Да. И лично я считаю, да. Ну если вот это, например, простить... Он отморозит что-нибудь другое, но похлеще. Следующее, простите, отморозит еще что-то похлеще. И так далее. Что там, блядь, за стан такой на пауке, блядь, 10 минут? Мобов разведите, сейчас танк умрет. Шарпи оверхильте, пока они еще вместе. Ют оверхильте, блядь. Наход ты сводишь, я не пойму. Вы сейчас помрете просто. Вас просто слово хп вытащили, так что. На дальнюю уже ставь жука Гутя. На дальнюю ставь. Не в одну точку иди. Видишь, лужи в комнате еще есть. Иди на лужи. С
все в жуков переключились. Пауков заберите. На разные лужи. Сейчас с этого по центру кругу лужу сделаю. Сделал лужу в центре. Вот туда рядом иди. С боссом лужа есть. На лужу его быстрее поставь, а то закопается. Жуков убивает. Эй, ебаный в рот, он только что появился до лужи. Я, блядь, бежал уже, почти добежал на. Ты чего, забрать не можешь? Забери его, встаньте. Его убьют все. Так кто все, моя дота висит одна? Так там он не набирает агро, он только его берет и все. Шатра от портал поставьте, маги. Ой, там вон Ромка хочет в рейд. Как раз один слог есть. Роли ему скипетр. Кинь ему пати обратно, пускай пацан виклик закроет. Пускай плюсует. На главе на магика? Гру. Всего тебе хорошего. Бля, уже долетел до маги.
Сейчас трое хилов останется, а шаман бычьи головы и пе попал у Юка в сову. Кто осмелился призвать меня? Сумма не летит, тут бой начался. На двоих шарп, на троих. Чего, не досумоните? Там я и Миша пролетают, летим. Принимайте готовность. Присуманьте. Кулачки разбафать по хантам. Первого тоже. Тыкните.
Биби. Открой свое сердце свету. Ребята, много кому нужен токен грудь, там где воин. Получается, воин, жрец, друид. Много кому. Мне просто четвертый кусок на танк прям, блядь, нужен, пиздец. А ноги тебе нужны были на танка? Ну, по идее, да, ну, как бы, блядь, это... У меня ноги Т-10, 264. Ну, один кусок, либо башка, либо ноги. Ну. Так ты же прозывар, тебе нужен 4Т-4. Либо башка, либо, то есть, грудь. Тебе 4Т-4 нужно. Да, у меня сейчас вот два, короче, но я один могу купить. Спроси, пизда, у Айнузада. Айнузад, ты сделал уже шмотку?
Отдай лучше Вару, он танчить лучше будет. Все, тебе дадут ноги сейчас. За 100 золота. Собака, блядь. Шмонимся. Давайте убьем быстренько, чтобы перед резкой отдохнуть. Метки, майский, войнузад, нежный рог, гарема и путаница. Вы умеете кубы прожимать? Ты мне еще 100 голды хочешь, что нет? Сберите трэш с рейда. Нормальный трэш будет с желанием. Да, да, отдам, отдам. Нет, я не открывал. Мне главное грудак, короче говоря. Чек на пол. Стойте, я бегу. После трэша там сколько секунд, чтобы босс? Минута, много. Я почти добежал. Секунду. Смотрите, не вайпнитесь, мы час 04 идем. За час 10 мы получим пункти на их. Чё там ходит?
танки, гуляйте. Мак, ты в курсе, ты на кубе стоишь? Лучше здесь и скажи, потому что я ничего не понял. Ну типа если быстро закрываешь велик, то даешь всем ЕП. Если не быстро, то никакого ЕП не будет. Умная идея, пиздец. Кто такой гений? ГМ гильдия. Плеча в гере убьете, так как мы не выглядим. Кубы. О, сука, я как и знал, что маг никуда не пойдет. На маге стоит ромбик, ромбик жму я. Я вот там заранее подошел к ромбику и знал, что он никуда не пойдет. Легкие деньги. Так, в прошлый раз бычьи голову за кого-то закрыл. А нужно было лотить. Упустил свой шанс. Кубы после откидывания или прям сейчас будут? После откидывания. По-моему, маг опять не пошел, но я нажму. Ты уже перестал на тебя ромбик. А, я понял. Встаньте кто-нибудь на печеньку, пожалуйста. Да не будет кубов больше. Мы сейчас убьем.
Не добежала. Бля, грудь. Войд, а можно вопрос тебе? Давай. Ты создал армса в говна билде, чтоб 12,5к с шеемом бисовыми тринями дал? Да. Все, понял, вопросов больше не имею. Не, нормально, нормально. Нет, ты молодец. Что-то не нравится. Не-не, все нормально. Тебе что, разъебать? Ты не нравится, есть такая кнопочка «Покинуть гильдию» называется. Понял, сука. И ты ее периодически используешь, да? Я? Да, бывает. Я не тебе. Ты что, разговаривать вообще? Согласен, кому я нужен. А ее покинули уже? Да. Курите там минут 10, половина будет сбор в резку. Я 10к даю, мне есть возможность в резке. Ну вот видишь, как бы, да, там тебя бис вывар обогнал всего лишь там на 2к каких-то. Так. Ты вполне подходишь. Набей. Выиграли очки доблести. Если ты спасибо. Думаешь, что шутки про ДПС в мою сторону чего-то дадут, то ты ошибаешься. На этом уже многие люди обломились. Десятки людей. Не ломай меня так. Я играю не для цифр здесь. Согласен. Сэр, тебя не сломают, а нагнут, понял? Все, понял. Простите, пожалуйста, я был... Молчи.